смотрю и слушаю океан, как завороженная. И, конечно же, показала немного вам и шум океана, и всю эту красоту. Вот так выглядит северное побережье Испании, Бискайский залив и город Сантандер. Сантандер – это центр округа Кантабрия. И вот говорят местные жители, испанцы, те, кто здесь живет на севере Испании, что Испания северная, она непревзойденная по своей красоте, необычайности, архитектуре и старинным сооружениям. И вот хочу я сегодня вам рассказать, почему именно я попала на северный берег Испании. Но прежде мы с вами немного полетаем. Полетаем в самом прямом смысле этого слова. Я покажу и расскажу вам, как именно я добиралась из Лондона до Сантандера, как мне удается так часто путешествовать и сколько денег я трачу на свои путешествия. Так вот, первым делом я нахожу бюджетную авиакомпанию для перелета. В данном случае. Ну а вообще таких бюджетных авиакомпаний довольно много. Есть еще Визаэр, который я тоже использую, это венгерская компания. Ну и, конечно же, Изиджет, британская компания, которая организована совсем недавно. Если какие-то из перечисленных мною компаний не летают в вашем регионе, то вы можете спокойно найти другие какие-то бюджетные авиалинии. Все это сейчас делается очень легко. Вы просто задаете в интернете, в поисковой строке вашего браузера, как купить дешевый авиабилет. Я, например, пользуюсь компанией Kiwi. Есть еще один момент, очень ощутимый и весомый, который может вдвое сократить ваши расходы на перелет. Те, кто часто летает, наверняка сразу уже поняли, о чем я говорю. Это багаж. Ваш багаж, друзья, да-да. Для того, чтобы сэкономить на перелете, берите с собой только ручную кладь. Не берите основной багаж, который от 20 и выше килограмм, огромный чемодан. Он вам в вашем коротком путешествии совершенно не нужен. А ручная кладь до 10 килограмм, маленький чемоданчик компактный, вполне можно все необходимое там вместить. Ну, а мы с вами взлетаем. Я, вы знаете, обожаю вот этот момент взлета самолета, как он постепенно набирает высоту и разгоняется сначала на взлетной полосе. Давайте посмотрим. Сейчас взлетаем. И вот, оторвались от земли. И полетели. Не знаю, как вы, друзья, а я летать очень боюсь. И поэтому, наверное, я стала себя вот таким вот образом отвлекать, снимая на камеру и взлет, и посадку, самые сложные, самые трудные маневры. Ну, а сегодня, как я вам обещала, мы с вами полетаем и посмотрим на красоты испанского побережья. Это я лечу из Испании в Лондон, и сейчас у нас под крылом самолета именно испанский берег. Давайте посмотрим, как это красиво. Вдалеке виден Бискайский залив и Атлантический океан, а это вот город Сантандер, который тянется по всему побережью очень длинно, как, в общем-то, любой приморский город. Я не убрала звук двигателя самолета до конца, чтобы у нас уже было полное ощущение полета. Вот
Вы знаете, иногда просто поражаюсь я, как быстро мы привыкли ко всему новому в нашей жизни, а ведь каких-то 20 лет назад и представить было невозможно подобного рода съемку, и что вот так вы можете все насладиться этим прекрасным полетом. Вот видите, спустя какое-то время мы уже поднялись вверх, очень высоко, и видно даже, что стекло иллюминатора заиндивело, заледенело. Это, наверное, высота около 10 тысяч метров. Мы летим уже над облаками. И нам повезло, что день сегодня очень ясный. И видно даже под облаками внизу землю. Ну, а пока мы летим, я хочу немножко вам все-таки рассказать об этом самолете Boeing 737. Довольно маленький, компактный самолетик. Вот у этого, в котором я лечу сейчас, самолета, по-моему, где-то 150 всего пассажирских мест. И здесь даже нет VIP-салона, просто обычные места в самолете эконом-класса. Интересные подробности я вычитала когда-то об этом самолете Boeing 737. Это самый массовый пассажирский самолет за всю историю пассажирского авиастроения. И несмотря на то, что он был введен в эксплуатацию всего лишь навсего в 1968 году, на настоящий момент считается, что уже более 10 тысяч этих самолетов постоянно находятся в воздухе, и что каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й Боинг. А я последнее время, как вы знаете, летаю довольно часто. Вот в этом году уже слетала 6 раз, если считать туда и обратно перелет. Длинный перелет из Таиланда, потом перелет Венеция, и вот сейчас Франция и Испания. Как мне удается так часто летать с моим бюджетным кошельком, я вам об этом и рассказываю. Ну вот дальше я вам расскажу еще поподробнее, как я останавливаюсь, как я нахожу какие-то для себя маршруты. Иногда просто какая-то мистика происходит. Ну вот, наверное, сейчас о мистике мы и поговорим, потому что самое время здесь в облаках поговорить там о мистике. И вот знаете, друзья, чем дольше я живу на свете, тем больше я укрепляюсь во мнении, что ничего человечество не знает ни о своей планете, ни о том, откуда мы пришли и зачем мы пришли на эту землю, о смысле человеческой жизни. Ну вот такие какие-то даже глобальные, если вопросы не поднимать, то просто элементарно мы даже не знаем и путаемся, в каком именно году мы живем, кто были наши предки. Вот у славян, как говорится, стерто все из памяти, вся древняя история наших предков, она почему-то странным образом из нашей памяти убрана. Я уже несколько лет назад поднимала эту тему в своих видео. Кому интересно посмотреть, пожалуйста, видео вам вверху, как обычно. Ну и сейчас на Ютубе эта тема очень популярна, о том, что до нас была другая цивилизация, которая была намного продвинутее нашей цивилизации. Они ушли очень далеко от нас, нынешних. И то, что там произошла какая-то очень серьезная глобальная катастрофа, либо же война произошла, и вся цивилизация была в одночасье уничтожена на всей планете. И что это произошло не так и давно, а где-то около 700 или 800 лет назад всего лишь навсего. И что вот сейчас ученые скрывают очень много от нашей цивилизации,
по непонятным причинам. Вы, надеюсь, видели вот эти вот потрясающие картины художников-руинистов от слова «руины». Это картины 17-18 веков. И если поставить на паузу и рассмотреть все поподробнее, мы видим людей здесь на картинах, которые пасут скот, ходят с палками, которые стирают белье в ручьях, и, скорее всего, они не имеют ничего общего с этими огромными, великолепно построенными. Не знаю, как у вас, друзья, а у меня фантазия здесь очень буйно разыгрывается. Но, как говорится, спускаемся, хватит нам витать в облаках. Я поближе к теме все-таки, почему же я полетела в Испанию и выбрала город Сантандер. Это тоже, как я уже сказала, мистическая история. А как все произошло, сейчас вкратце вам расскажу. Вот вернулась я 1 февраля из Таиланда снова назад в Англию. И вы знаете, как-то неожиданно погода оказалась настолько холодной, неуютной, промозглой, что я здесь не могла найти себе места, все вспоминала и вспоминала эту солнечную Паттайю и стала думать, может быть, мне куда-то съездить опять, где потеплее. Стала опять смотреть туда, на азиатские страны, думаю, может быть, мне все-таки в Индию махнуть на Гоа. Ну, оказалось, что неподъемно для меня, дорого все эти перелеты, дальние перелеты сейчас очень дорогие. Стала смотреть что-то поближе. Ну, а поближе это значит все-таки Европа. Что еще тут может быть ближе к Англии? Европа, южные какие-то страны европейские. Сразу, конечно же, всплывает Испания, Португалия и Италия. В Португалии я уже была, как вы знаете, в декабре месяце, по-моему, 2 года назад. Время так быстро летит. Мне там очень понравилось. Я уже решила, может быть, действительно в Португалию махнуть. Потом думаю, ну что ж, я все в одно и то же место буду летать. Надо что-то другое. И вот ищу я, куда бы мне полететь. Смотрю, какие-то выискиваю рейсы более-менее нормальные, бюджетные, как я уже рассказывала вам выше. Я, в общем-то, почему вам это все так подробно рассказываю, друзья мои? Потому что у меня многие спрашивают, как я умудряюсь так часто летать куда-то, как я умудряюсь так жить, вот постоянно куда-то ездить. Вот я и объясняю. Во-первых, я человек очень непритязательный. Ну и, во-вторых, можно найти всегда какой-то бюджетный вариант. Не обязательно ехать, знаете, тратить $1000 на один перелет, а можно обойтись вполне приемлемой суммой. То, что я пытаюсь вам и рассказать, и объяснить, как это все происходит вот именно у меня. Так, ну, вы знаете что? Посмотрите, мы уже приземляемся в аэропорту Станстед в Англии. Медленно-медленно самолет идет на посадку. Давайте, наверное, все-таки мы посмотрим и насладимся тоже этой прелестной посадкой. И потом я опять продолжу вам свой рассказ. Радостные аплодисменты. Это было очень популярно
и аплодировали каждому приземлившемуся удачно самолету после вот этих вот взрывов 9 сентября башен-близнецов. Потом это как-то все затихло, а вот сейчас, вы знаете, возобновилось вновь. Я для себя это так понимаю, что люди все боятся, не только я одна, наверное, летать. Поэтому все сидели вот так вот тихо, ожидая, скорее бы мы приземлились, и в конце концов радость полная у всех. Но несмотря на то, что приземлились мы в Англии, в Лондоне, я все же возвращаюсь опять на испанское побережье. И то, как все странным образом мистически сложилось у меня. Я стала смотреть не только перелеты, как вы понимаете, но еще и проживание, конечно же. Ну и кто из нас не знает, что одному селиться где-то в отеле очень дорого, желательно иметь пару. И вот вы знаете, именно для того, чтобы иметь пару, можно ее найти, если у вас нет попутчика. Это много в интернете таких специальных сайтов. В частности, в Фейсбуке есть такой сайт «Ищем попутчиков». Я разместила там свое объявление, что я ищу тоже попутчицу для путешествия, возможно, по Европе, возможно, где-то в теплой стране. И тут же мне позвонила на WhatsApp женщина из Москвы. Она представилась, рассказала о себе, мы немного познакомились поближе. И она говорит: «А вы не хотите вот пропутешествовать? Есть такой путь Сантьяго, очень распространенный, и вот там можно по северу Испании пройти древним путем паломников в Сантьяго де Компостела, в Галисию. Это северо-запад Испании. И вот Сантьяго де Компостела, Галисия, это конечная точка знаменитого пути святого Иакова». Я показываю специально вам карту, чтобы видно было этот путь Сантьяго, который проходит как раз по северу Испании. И вот этот вот специальный значок на синем фоне, такая желтая ракушечка, это путь паломников, пути Сантьяго. И оказывается, что это движение паломническое, называемое «Путь Сантьяго», оно сейчас очень распространено, и это пешие маршруты, которые начались на севере Испании протяженностью от 250 и до 900 километров, их можно воспринимать как паломничество, как поход и как приключение. Маршруты могут брать начало на территории Франции, на территории Португалии, могут идти по побережью, могут идти по материку, но одно неизменно, они ведут все в город Сантьяго де Компостела, к кафедральному собору Сантьяго, который поражает своим великолепием. Храм построен в форме латинского креста и, соответственно, имеет 4 фасада. Башни собора достигают 80 метров в высоту. Сантьяго де Компостела является одной из 3 величайших христианских святынь религиозных городов мира после Ватикана и Иерусалима. А теперь давайте мы повнимательнее и поближе посмотрим на вот этот собор святого Иакова, как его еще называют по-другому. Посмотрите. И давайте вспомним тех художников-руанистов, которых я вам показывала в начале моего видео. Ну вот давайте еще раз присмотримся повнимательнее. И вот к этой башне художника-руаниста. Не кажется ли вам что-то очень-очень похожее? И кто вообще мог в 15 веке или в 16, когда вот эта вот руина, поражающая нас и сейчас своими огромными размерами и великолепием исполнения. И вот нам историки говорят, что все это
было сделано какими-то примитивными инструментами. Не знаю, как вам, а мне что-то как-то в это не очень верится. Но вообще я могу об этой теме говорить часами, поэтому вернусь опять к своему повествованию основному. Ах да, я забыла вам сказать, что здесь, в этом соборе, находится гробница святого Иакова, которая является главной святыней собора и располагается в крипте, в подземном этаже храма. Собор уникален еще и тем, что внутри над алтарем подвешено самое большое в мире кадило. Весит оно 80 килограмм, размером оно в человеческий рост. Во время служб его приводят в действие 8 служителей, причем на наполнение этого кадила уходит 40 килограммов угля и ладана. В общем, меня эта история заинтересовала очень. С моим авантюрным характером искателя приключений я, конечно же, очень увлеклась этой историей. И чем больше информации я находила о этом пути Сантьяго, тем больше я хотела по нему пройти. Я опять созвонилась с Венерой, спросила, не трудно ли ей было и сколько ей лет. Она сказала, что ей 61 год, и что дважды она ходила, ей очень понравилось, абсолютно не трудно. Но вот сейчас она никак не может визу в Испанию получить, поэтому она как попутчик мне не подходит. А я, уже зная, что этот путь Сантьяго начинается из города Сантандер, вспомнила, что у меня есть знакомая Надежда, которая как раз там на севере Испании и живет, в этом городе Сантандер. И я созваниваюсь с Надеждой. Надежда мне рассказывает, что она, да, все это знает, и что действительно очень много вот этих каждый год туристов, путешественников по всему миру приезжают сюда к ним. Они называются Сантьяги, ходят с огромными рюкзаками. И она говорит, что у нее даже некоторые останавливались, так как она несколько комнат сдает в своей большой квартире. Ну и она меня приглашает к себе. А так как я очень легкая на подъем, я, естественно, тут же соглашаюсь. Я покупаю билет в Испанию, в город Сантандер, и благополучно прилетаю. Вот знаете, так вот закрутилась эта история очень быстро, неожиданно для меня. А почему я вам говорила о мистике, которая случается постоянно со мной, то действительно, понимаете, как-то вот так вот пазлы складываются странным образом. Только я о чем-то подумаю, я вот имела такую скрытую потаенную мечту когда-то пройти. Я люблю долго, много гулять. Для меня это несложно, мне это очень нравится. И вот понимаете, как интересно получилось. Я только собралась куда-то поехать, я тут же нашла Венеру, или она нашла меня. Она рассказала мне про этот путь Сантьяго, и оказалось, что именно в Сантандере живет моя знакомая Надежда. И вот так вот все закрутилось, и вот так вот все удачно и быстро сложилось. И вот так я побывала в прекрасном городе Сантандере. Вот, друзья, такая сегодня у меня для вас получилась длинная-длинная история. И это лишь только начало, потому что как я приехала в Испанию, что мы там с Надеждой обсуждали, и что мы там видели, я все это вам расскажу в своих следующих видео. А на сегодня, я думаю, вполне достаточно информации. Я прощаюсь с вами, друзья. Как обычно, желаю вам всем добра, как обычно. Желаю вам всем удачи, берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока.